Нахожусь в Советском районе возле скульптуры орла у Тургеневского моста. Переливается светодиодами. Замечательная скульптура. Подойдем поближе, посмотрим. Смотрите, какая красота. Орел размахнул крылья свои, расправил. И садится на кучу камней или взлетает с кучи камней. Вот такой замечательный арт-объект на клумбе. Здесь, наверное, какие-то цветы будут посажены. Раньше стоял алые паруса, корабль, бегущий по волнам. А сейчас вот такой орел. Мощная птица. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на мой канал Дмитрий из Орла. Вид сбоку и вид сзади. Всего вам доброго, хорошего настроения. Тургеневский мост, Каховка, памятник, его не видно. Трилистник, Сбербанк, здание Орловской правды. До новых встреч!